В Госдуму внесли законопроект о длинных выходных с 1 по 9 мая за счет сокращения новогодних праздников. Об этом сообщает ТАСС. Документ предусматривает перенос на май 4 новогодних выходных. Если законопроект будет принят оперативно, то уже в 2023 году россияне смогут отдохнуть с 29 апреля по 9 мая. А в следующем году и дальше январские праздники будут с 1 по 3 января плюс Рождество. Регионы сейчас и могут добавлять выходные к майским праздникам по собственной инициативе, но не пользуются этой возможностью.